7 квітня весь православний світ відзначає Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних свят у православному календарі. У цей день божественна літургія лунає у кожному храмі. Крім цього, вже традиційно обласна рада миру з дитячим творчим колективом міста помолилася за найголовніший для нашої країни та міста – за мир. З таким побажанням у небо відпустили білих голубів. Ми за Україну, ми за мир. Сегодня большой праздник Благовещения. Вся православная Одесса, вся православная Украина, конечно, молится о мире. И сегодня мы здесь находимся в Спасо-Преображенском соборе. Собор, который пережил Голгофу, который был разрушен и построен заново одесситами. И сегодня мы выпускали с нашими одесситами маленькими красивых голубей в знак мира, в знак любви, о том, что мы хотим, чтобы в Украине наступил мир. И я хочу поблагодарить и митрополита Агафангела, который молится за нашу Одессу, и мы надеемся, что Господь слышит, и наша Касперская икона Божьей Матери тоже помогает и защищает нас. Я хочу поблагодарить Сергея Васильевича Кивалова, который всегда рядом, и дружная команда, которая всегда поддерживает все инициативы Одесского областного совета мира. И, конечно, всех-всех-всех одесситов, которые сегодня пришли и устроили такое красивое-красивое событие для нас всех, для поддержки нашего боевого духа, только для победы. За Украину, за нашу страну и за нашу красивую Одесу. До свята миру доєдналися й більше 30 юних одеситів, адже вони також розуміють, що зараз в Україні війна, а спокій зараз найкраще, що можна попросити у вищих сил. Організатори розповідають, що у такі складні часи це необхідно. Каждый год Совет мира, и вот Тамила Владимировна Афанасьевна, председатель Совета мира, проводит вот такую акцию, выпускает голубей в знак мира. Сегодня, когда наша страна находится в таком состоянии, находится в войне, и когда агрессор уничтожает наши города, уничтожает наших людей, уничтожает наших детей. Поэтому сегодня эта акция очень актуальна. Безусловно, это событие, это очень важный праздник для всех людей. Украина выпускает голубей для того, чтобы в мире был мир. И мы надеемся на скорейшую победу и надеемся на то, что в будущем все будет хорошо. Да, мы безумно благодарны, что сегодня мы побывали на таком мероприятии. Для нас это правда важно. Как вы заметили, мы все в украинских наших родных костюмах. И этим мы хотим как-то подбодрить всех жителей нашей родной и самой любимой Украины. И мы хотим, чтобы побыстрее ужасная война закончилась. Мы верим в чудо. Мы верим в то, что остановится эта война. И сегодня больше 30 деток выпустили голубей со всеми творческими коллективами в красивых украинских нарядах для того, чтобы сказать, что Украина за мир. Одесский областной совет мира со всеми друзьями, мы за мир. Мы молимся о мире в Украине и мы верим в то, что Украина победит. Слава Украине! Героям слава! Ігор Ісаєнко, Юлія Пальнова, телеканал «Репортер».